чё творим, бро? Меня зовут Сергионис. И, бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе ж не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Банда существует. Будет легенда, что с самого рождения в Даркнет попадают наши ДНК. По ним создают наших клонов. Это могут быть люди, похожие на нас, или же вообще наши близнецы. Их можно считать нашими братьями и сестрами. Вы просто представьте, где-то по земле ходит ваш клон или же близнец, о котором вы даже не догадываетесь. Он может быть вашим другом, вашим соседом, вашим родственником, а вы даже об этом не догадываетесь. Но Даркнет предоставляет возможность заказать этого родственника по ДНК к себе на дом. И сегодня я зайду в Даркнет, чтобы заказать своего брата по ДНК. А если под этим видео наберется 20 тысяч лайков, тогда с Даркнета я закажу сестру-близнеца Насти. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секрет. Секретная информация про Даркнет. Так что, бандит, скорее чекай описание, ставь лайк, а мы тем временем заказываем моего брата. Погнали! Банда, я надеюсь, вы готовы. Мы уже заказали брата с Даркнета. Очень интересно, какой он будет. Ты как думаешь? Ну, может, он будет высокий или с длинными волосами? Не думаю, у меня не слишком длинные волосы. Ведь этот брат должен быть по ДНК. Мне кажется, что он будет чем-то очень сильно похожим на меня. Возможно, даже мой близнец. Ты как думаешь? Я думаю, он точно будет красивым. О, это отлично, я тоже в этом уверен. Тем не менее, банда, меня очень пугает история того, что в Даркнете есть ДНК всех людей на планете. То есть у каждого из нас может быть брат-близнец, только вдумайтесь в это. Но все же остается теперь только его дождаться, когда он придет. О, ты слышала? Кто-то звонит. Неужели это брат с Даркнета пришел? Нужно быстрее ему открыть двери. Это такая жесть, мы реально заказали брата с Даркнета, только вдумайтесь. Ну что там? Он реально там стоит, я открываю! Давай, черт! Просто посмотрите на это, банда! Что за жесть? Это реально брат или что? Себе. Ты видишь, это какой он страшный! О, что это было? Привет, меня зовут Настя, а это Сергей! Привет! О, черт, что это? Господи. Я в шоке, реально, брат с Даркнета, ты видишь что? Это? Проходи! О, черт, что происходит, правда, вы видите это? О, черт, что это было? Это просто жесть, банда, я в шоке! Он какой-то странный, что с ним? Почему у него оборванная одежда и что у него с лицом? Да, я тоже заметила! Он как будто зомби! Да. Интересно, он вас вообще слышит или нет? Это просто жесть, банда! Эй, брат, а как тебя зовут? О, черт, это просто жесть! Я в шоке, банда, мне не по себе от этого! Реальный брат с Даркнета, просто посмотрите на него! Господи, ты, может, хочешь шушать? О, да, наверное! О, черт, я просто в шоке, банда, вы видите? Что-то не то, он как-то странно себя ведет, просто посмотрите! О, что ты делаешь? О, черт, что это было? Это просто жесть, я в шоке, банда! Что он сделал? Это просто жесть! Посмотрите на него! Что он делает? Пожалуйста, не трогай нашу елку! Это просто жесть, банда! Я в шоке! Надеюсь, ему понравится это есть! Эй, брат, иди к нам, покушаешь! Иди покушаешь, брат! Мы тебе кое-что приготовили! Я думаю, тебе понравится! О, господи, он идет сюда! Посмотри, эта еда специально для тебя приготовили! Просто посмотрите, мне кажется, ему нравится. Давай. Господи. О, ему понравилось. Да, он обожает эту еду. Что ты делаешь? Погоди. Что ты творишь? Стой, остановись. Нет, нет. Тебе нужно есть ложкой. Вот, ложка, посмотри. Попробуй, вот так вот. Попробуй, давай. Тебе понравится. Да. Так намного лучше. О, черт, да, посмотрите, молодец. Мы его научили, банда, это отлично! Да. Мой брат с Даркнета отличный парень, вы видите это? А! Что ты делаешь? Зачем? Что это было, банда? Господи. Что тебе надо? Эй, остановись! Что это такое, банда, посмотрите! Эй, это просто жесть, что
будет! Остановись, брат, что тебе надо? О, господи, Панда, что это? О, черт! Я просто жесть! Девушки, как и ты, то есть как и мне. Это просто жесть, Панда, это реально может быть так. И что нам теперь делать с ним? Не знаю, может быть, надо ему просто подыграть и быть с ним милым. Тогда он будет тоже хороший. Я не хочу, чтобы он меня нюхал. Что-то придумаем с этим, я буду его останавливать. Ну, давай выйдем к нему. Давай. Давай посмотрим, что он там делает. Ну, просто посмотрите на него, Панда, вы видите, он сумасшедший. Может, это жесть. Может, ты что-то хочешь, воды, например? О, черт, он хочет воды, нужно быстрее ему дать! Это такая жесть, я в шоке, Панда! О, черт, он сказал воды, вы слышали? Быстрее наливай, это просто жесть! О, черт, я в шоке, просто посмотрите! Вот, держи воды! Это такая жесть, посмотрите, что он делает! Это жесть, вы видите это? О, черт, это просто жесть! Вы видели это? Что за жесть тут происходит? Я просто в шоке, Панда, это такая жесть! Глядя, что он делает! О, черт, он сумасшедший! Просто полная жесть! Это просто жесть! Он сумасшедший, Панда! Вы видите его? Я в шоке! Нет, не подходи к нам, стой на месте! Зачем ты меня пихаешь? Я не знаю, мне просто очень страшно! Это такая жесть, Панда! Вы видите это? Что происходит? Он просто нас преследует! Это жесть, Панда! Я в таком шоке! Попробуй его успокоить! Успокойся, не переживай! О, господи, это просто жесть! Он сумасшедший, вы видели это? Это просто жесть, он сумасшедший, Панда! Ой, я не хочу, чтобы он здесь находился! Он трогал меня, поднимал, Сережа! Я знаю, это ужасно, но мы ничего не можем сделать! Выгони его! Я не могу, он мой брат! О, господи, Сережа, я не хочу, чтобы здесь он был! Я не могу его выгнать, он мой брат по ДНК, практически родной! О, господи, ну нет, пожалуйста! Я не могу ничего сделать, он останется здесь, но кто-то должен с ним остаться! Точно не я, это буду точно не я! Я тоже не хочу! Что? Ты должен остаться с ним на ночь! Да, пожалуйста! Я? Почему я? Ты сможешь справиться, ты единственный, кто из нас занимается спортом! Да. Ну, я не знаю, можем попробовать, ребята, я не знаю, что получится. Давайте. Окей, давай тогда, ты сможешь, ты справишься! Да, ты молодец! Тем более ты выглядишь как охранник, давай! Быстрее выходи, просто жесть, Панда, мне не верится в это! Наконец-то хоть кто-то его остановит! А как его зовут? Я не знаю, он не сказал! Брат, слушай, мы останемся в этой комнате, ляжь вот здесь на диванчику, будешь лежать здесь ночью, а я возле тебя рядом. Не волнуйся, ложись. Идем быстрее, Настя. Да, пошли. Это просто жесть, мне не верится, он реально сумасшедший. Что мы будем делать? Давай просто ляжем спать и начнемся утром, посмотрим, что будет тогда. Хорошо. Это просто жесть, мне не верится, он реально сумасшедший. Но все же он мой брат, Настя, но надо быть с ним милым. О, господи. Окей, давай уже просто спать. Комнату, иди в следующую комнату, будешь спать здесь, в этой комнате, чтобы никуда не уходил, будешь здесь. Вот твоя подушка, вот, ложись на подушку, спи здесь, я все время буду за тобой наблюдать, ложись давай, спать.
Иди сюда! Зачем ты сюда пришел? Зачем ты трогаешь Настю? А ну убирайся отсюда! Убирайся! О боже, Сереж! Я сказал, убирайся с квартиры! Что с тобой не так? Что происходит? Что тебе нужно? Убирайся! Уходи из квартиры, чтобы тебя больше не видел! Сережа! Сереж! О боже! Что с ним, Настя? Я не знаю, что делать! Нужно привести его чувства! Да сейчас, Сереж! Эй, Сережа, пожалуйста, Сереж! Он очнулся! О, Господи, что произошло? Мой брат лег ко мне в кровать, мы его выгнали! Это просто жесть, банда, мне не верится! Надеюсь, что он позже сюда не вернется! Да! Тем не менее, банда, 30 тысяч лайков, и мы закажем сестру Насти! Так что, бандит, скорее ставь лайки, вот коммент из-под прошлого видео! Просто вглись, какие они шикарные, идеальнейшие комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно допуститься ниже! Нажатай колокольчик и все, про ту же новое видео! Лайк, колокол, коммент, это в новом видео, бандит! И помни одно, оставайся шикарным, пока! Пока!